Всем привет, доброе утро. Говори привет, ребята. Привет. Наш красавчик сегодня идет опять фотографироваться будет. Да, Ромка? В школе сегодня. Мы идем, взяли его опять. Кулек первоклассника. Он у меня вчера спрашивает, ну там еще что-нибудь есть? Я говорю, нет. В общем, мама несет рюкзак, кулек. Да, сынок? Будем сегодня фотографироваться. Мой ребенок. Да, мой золотой? Пока звонка нет, мама ждет, в общем. Рома играется. Поздороваюсь с вами так, лицом. В общем, отвела Ромашку в школу. Пришла домой, переоделась, села на велосипед, решила прокатиться. Это у меня еще мысль со вчерашнего дня меня не отпускала, поэтому решила сегодня прокатиться. Чуть-чуть совсем проехала, но всю дорогу, получается, не ветер, ну так слегка ветерок. Ну, я не знаю, даже ветром его не назвать. Сейчас остановилась, вроде бы даже и ветра нет. А едешь как будто на ветер всю дорогу так тяжеловастенько. В общем, покажу вам сейчас, где я нахожусь. Здесь красиво. Солнышко там. Здесь машина какая-то приехала. В общем, вот по этой дорожке я еду. Еду дальше, в сторону Бодемса. Смотрите, какая у нас здесь красота. Это река Лан. Солнышко светит. Вот по такой красоте я катаюсь. Каталась. Сейчас уже так сильно не катаюсь. Редко. Ленивая стала. Сейчас еду. Вот останавливаюсь, вроде ветра нет. Как начинаю ехать, так ветер. Я уже так выдохлась. Все, сегодня уже дальше не поеду. Буду возвращаться. У меня еще сегодня в планах много дел. Ну и если я сейчас выдохнусь, то я дальше уже не смогу ничего делать. Лягу просто и буду лежать. Саша мой уехал на работу. Я вам вчера так чуть-чуть сказала, когда мы были на гриле. Вернее, это было позавчера, когда мы были на гриле. Я вчера просто отдыхала, ничего не снимала абсолютно. Делала домашние дела, все то же самое, но просто ничего не снимала. Отдыхала от камеры, так скажем. Просто как-то, не знаю, думаю, дай-ка я отдохну. Сейчас велосипедист там едет, проедет. Алло. Ну и заболел у меня Саша. В общем, мы когда были на гриле на даче, в общем, легкие закладываются. Не знаю, что за зараза такая ходит. Вот я уже рассказывала, что у нас такое было сначала у Ромы, у Давида, потом у меня. Потом мы вместе с Сашей это все перенесли неделю, как я уже перестала болеть. Мне солнце просто в глаза бешено так светит. Надо как-то встать. И неделю, как у меня уже все в порядке, а Сашке, в общем, то отпустит, то опять начнет. И посередине того, как мы были на даче, в общем, покушали, и потом он говорит, Настя, отвези меня, пожалуйста, домой. Я его отвезла, ему было плохо, ну как плохо, ну заложила легкие, в общем, не до того было, не до веселья, не до чего. Он просто говорит, я думаю, горячий чай попью, полежу чуть-чуть, может, легче станет. Ну и я его отвезла, вот вчера он болел, ну вчера ему полегче немножко было, я не хотела, чтобы он шел на работу, говорю, давай, иди сходи к врачу, пускай они проверят прям, не так просто больничный взять, пусть, может, антибиотик какой-то выпишут. В общем, он отмахивается, я его водкой растирала и лечила. Ну и сегодня посмотрим, он сегодня поехал на машине на работу, у него сегодня с утра. Я посмотрю на него, как он сегодня будет, когда приедет. И если он будет еще болеть, то завтра никакой работы. Я прямо ему скажу, давай, все. Возьму его под ручку и поведу к врачу. Никаких этих отговорок не принимается. Без него работа не встанет. Здоровье ему никто не компенсирует. Я так думаю. Все. Давидка мой сегодня два первых урока у него не было. Он сейчас вот только пойдет. Да, он сказал в 9. 9 я только пойду на учебу.
А у нас сейчас только 9, а я уже покаталась. Для меня это очень рано, я еще даже не завтракала. Сейчас, в общем, Роме пообещала еще кизы кухон купить, творожный пирог. Вернее, он попросил. Я говорю, я в магазин поеду тебе что-нибудь купить, когда, ну, уходила там со школы. Он говорит, игрушку купи. Я говорю, игрушек у тебя еще достаточно. Я говорю, ты еще не все открыл, с которые с этого, с кулька этого. Я говорю, что-нибудь такое. Он потом, мама, пожалуйста, творожный пирог купи. Я говорю, хорошо, куплю тебе творожный пирог. Вот так. Так что нужно будет сейчас на обратном пути. Я заеду быстренько в Глобус, куплю ему кезы кухон. И поеду домой. А еще у нас дома воды нету. Вода кончилась. Сейчас вот последнюю бутылку мы с Давидом распечатали. Я себе в маленькую бутылочку перелила воды. Ой, так что Саш приедет. Потом нужно будет мне еще в магазин ехать. Воды купить, фруктов купить. Так что дел сегодня достаточно. Суп я вчера варила, так что обед мне не нужно варить. С говядиной такой, знаете, с говядиной, с лапшой, там, ну, такое, знаете, типа наподобие китайского, ой, китайского, казахского бешбармака ленивого, что-то. Такой вкусненький получился. Ой, там цапля ходит с той стороны. Сейчас попробую вам заснять, если успею. Вон, видите, я не знаю, вам видно, нет? Сейчас еще солнце там слепит сильно. Вон она. Я уже давно дома, позавтракала, приехала. Тут у меня робот уже убрался, я там наверху лежала. Ну, лежала, как лежала. В общем, видео монтировала. И этот, пока робот убирался, я прилегла на кровать, в общем, и монтировала видео для вас. Сейчас хочу сходить, переоделась, немножко себя в порядок привела. Хочу сходить в ДМ. Мне прям, в общем, не втерпёшь, нужно кое-что там сделать, купить. И возьму вас с собой. Пледы у меня тут наложены. Я, в общем, все поднимала, чтоб пылесосил. Мыл полы. Вроде как чистенько. В общем, пойдем с вами сейчас в ДМ. Потом расскажу, что я там хочу. Ну что, топаю я в ДМ. Хочу сделать фотографии, распечатать. Помните, я... Вернее, мы с Романом не так давно были на фотосессии у Романа перед первым классом. Фотографировались. Ну и вот. Ну и, в общем, мы вчера уже спать ложились с Ромашкой. Ромашку ложила спать. Ну и сноха прислала, в общем, еще 3 фотографии. Ой, 3 фотографии, 12 фотографий Ромашкиных. Я была такая довольная, такой красивый там. Я вам сейчас распечатаю, в общем, поэтому иду в ДМ. Хочу распечатать еще кое-что там посмотреть. Распечатаю фотографии, потом вам покажу. Классный такой получился. Она тоже его похвалила, сказала, прям он прям как моделька. Но он правда, он себя вел так, как ему говорили, сделай вот так, он так и делал. В общем, не кривлялся сильно, так молодец. Ну и сегодня их тоже будет же в школе фотографировать. Посмотрим потом, какие там будут фотографии. Ну я думаю, я в любом случае, которые в школе тоже буду покупать.
Я всегда все беру фотографии детей своих. В садике, в школе, какие бы они там ни получились. Бывает, что волосы дыбом, там что-нибудь воротник как-то не так. Все равно все беру. Абсолютно. Это в любом случае память. Вот так. Так что хочу сейчас распечатать фотографии. Ну и потом еще краску, наверное, посмотрю себе для волос. Что-нибудь хочу. Не знаю, посмотрим. В общем, идем с вами в ДМ. А я же еще хотела по пути, когда ехала на велике, по пути заехать, купить скезы кухон Ромки, он же просил. Потом, в общем, я мимо проехала, решила, что не хочу заезжать сразу. Заехала, вернее, разговаривала. С Сашей переписывалась, пока ехала. Как сказать? В общем, голосовыми перекидывались, так скажем. Ну и этот... Я ему говорю, может, ты будешь с работы идти? Заедешь, купишь Ромке кизы кухон. Он говорит, давай. А теперь... Уже раз я иду в ДМ, я, наверное, там зайду, там сразу пекера есть, булочная. И куплю ромашки, тортик этот, творожный. Сашке скажу, что не надо, чтобы он зря не заезжал. Соблазна, чтобы не было ничего купить другого. А так, это я его знаю. Все, я уже подхожу. У нас на улице все еще жарко, последние денечки по прогнозу. Сегодня и завтра вроде как бы... Еще будет жарко, а потом дождик должен быть. Не знаю, посмотрим, как будет. Спасибо. Пропускает меня. Все, я уже пришла. У нас здесь вот так магазин. И рядышком сразу ДМ. И вот там магазин напитков. Небольшой базарчик рядом. И вот там зеленый глобус или шар, как его назвать, где на здании есть. Вот там. Там у нас булочная. Все, идем. Меника Хеник Кимер Мит Витамин С. Какие-то конфетки. Зашла, в общем, посмотреть эти витамины какие-нибудь. Я последнее время, если признаюсь, вообще я даже коллаген не пью. Ну, коллаген я намеренно не пью, пока что сделаю паузу. Здесь обычно что-то новенькое. Сейчас посмотрим. Тушь какая-то. Пробовал кто-нибудь, нет? Цена тоже не стоит. Резиночки. Тут-то тоже какая-то тушь. Интересно. От Катрис. Вот такая вот какая-то. Уже быстрее. Мне вообще нужна тушь. У меня заканчивается моя от Кико. Но я не знаю, какую брать. Моя от Кико мне нравилась, и, может быть, я выпишу ее опять. Сейчас посмотрим. Так, здесь что? Нужно посмотреть. Какой я вот не определилась. Красится так же, как и красилась? Или все-таки обесцветить? Нет, наверное, я буду так же, как и красилась. Возьму вот этот вот. Потемнее, он мне все-таки дольше хватает. 5,95. Посмотрите, что-то новенькое от Garnier. В ведерках прям. Не, это упаковка просто, да? Просто они сложили в ведерко, чтобы привлечь внимание, я так понимаю. Ну, прикольно. 8,95. А вон внизу. Так, мне здесь нужно еще вот эти.
ватные диски, спонжики, мы их раньше называли, кончились. Так, ушные палочки, это все есть у нас. Здесь что? Здесь резиночки у меня. Какие-то в разнобой все. 2,25. Возьму такие матовые. Ну что, фотографии я сделала. Теперь мне сказали погулять 15 минут, подождать. Я уже все купила, за них тоже заплатила. Много фотографий сделала, не только те, которые хотела. Другие тоже сделала. Сейчас пойду сразу Кезу Кухон куплю. И потом зайду уже, наверное, фотографии будут готовы. У нас базарчик, видите, какой. Вот сюда пойду. Ромашки нашему куплю. Пирог. Ну и булочки, наверное, пацанам на завтра с собой в школу возьму. Зашла в тако. Думаю, все равно, раз уж гулять, пройдусь. 10 минут есть у меня посмотреть. Мне ничего не надо, просто посмотрю, что тут есть. Я 100 лет здесь не была. Бижутерия. Интересно, это серебро? Ничего не стоит. Нет, наверное. Это бижутерия, наверное. Мне нужен спортивный костюм, вернее, не нужен, а я хочу себе просто дома ходить, чтобы посмотрела что-то, не знаю. Не уверена я, что я хочу здесь что-то покупать. Вот так. Раньше, кстати, частенько я тут покупала футболочки какие-то, знаете, шортики домашние, такое что-то. Брала часто. Ну, не совсем часто, но так, бывало. Брючки какие-то. Рубашечки вон. В принципе, он такой бюджетный магазин, можно сказать. Не сильно дорого. Вот, вот всякие за 25 евро кофточки. Ладно, пойдем с вами. Ух, тут жара сразу такая на улице. Вернулась уже я за этими, за фотографиями. Но они еще печатаются. Пока что стояла, ждала фотографии, нашла. Помните, я хотела все. Сейчас стояла, время есть, думаю, поищу. Вот он. По-моему, правильно я нашла. 2,85 он стоит. Где стоит? Вот тут вот. Среди вот этих вот всех. У нас. Все, фотографии дождалась. Топаю домой. Сейчас быстренько до дома дотопаем. С вами пакетик нелегкий, и там я вам все покажу, что купила дома, все, в общем, распакуем и фотографии, и все. Слушайте, иду и наслаждаюсь, какая погода, прям супер. Я в шортах иду, и такое ощущение, как будто, вот знаете, такой прям прогретый горячий воздух, ветерок дует, и он такой прям горяченький. Посмотрите на это. Это поганки или настоящие грибы? Вы видите? Вокруг. Ничего себе. Ха. Надо же, как будто кто-то посадил их. Грибочки. Вокруг, по кругу прям. А может, кто-то и посадил. Видели как? Ха. Такой день хороший. Ну еще, как я уже говорила, вроде завтра еще будет тепло. А потом дождик стоит. Не хочется дождей. Но куда деваться? Давай, езжай, дядька. Куда деваться? Никуда не денешься. Какая будет погода, такую и будем любить. Ой, как хорошо. Саша уже, кстати, позвонила. Сказала, не надо покупать ничего, никуда заезжать. Я уже все купила.
он доволен, что ему не надо никуда заезжать. Вот так вот. Все, топаем. Сейчас мой сынок уже придет со школы. Ну что, я дома. Внимание не обращайте, у меня там стулья до сих пор еще стоят. На раком. Потому что пылесосил, да, убирался. Все, сейчас показываю вам все, что купила. Так, немножечко, может, пониже, вот так. Чтобы вам видно было. В общем, вот такие ватные диски. Две купила. 95 центов, по-моему. Кстати, чек остался. Я могу вам сказать цены на все. Да. Да, 95 центов. У них просто странно как-то этот. Ладно. Фотографии. Фотографии я распечатала. Но единственное, я балда, как всегда, у меня с этим, как он называется, с размером не угадала. Большой формат заказала. Ну ладно, что, буду покупать большой альбом, если я не знаю, у меня там есть место, нет в том альбоме. Если нет, куплю большой альбом и буду в альбом вклеивать. Потому что я распечатала не только Ромкины фотографии, как сказала, я распечатала все, что у меня там в архиве было, 100 штук распечатала фотографии. Вот так вот. Краску я вам показала, 5,95 она стоит. Крашу только корни, да? Почему только корни? Потому что, ну, вот этот жженый хочу отрастить, чтобы он быстрее у меня отрос, и срезать, в общем, подлечить волосы, так сказать. Потом, вот этот вот уже второй раз, когда зашла в магазин в ДМ, купила, я вам его показала. Вот это, по-моему, как раз таки есть вот этот порошок, который вступает в реакцию с кипятком, да, что и тут вроде стоит, что и вещи можно, и посуду, и для дома, в общем, и все, все подряд можно им мыть. 2,95, по-моему, стояла цена. Потом, что еще взяла? Взяла вот такие вот витамины. 5,45, по-моему, они стоили. Вот такие. Первый раз взяла. Хочу попробовать пропить. Тут, видите, все витамины, в общем, комплекс. Стоит С, Д, Д3, А, С, СН какой-то, магниум, Б, витамин, витамин В12, Д3, что-то там еще, короче, целая куча. 40 таблеток здесь. Хочу попробовать пропить, посмотреть. Уже давно никаких витаминов не пила. Думаю, надо попить витаминки мне, потому что, ну, в общем, не буду жаловаться. Потом вот такие вот взяла тоже магнезии. Магниум, да, это по-русски получается. Магнезиум. В1, В6, В12, фолинзуэра вот это. В общем, говорят, очень полезно женщинам. Так что взяла пропить. Потом Ромке шампуньку. 1,95, по-моему, она стоила. Резиночки я вам там показывала, тоже взяла. 2,25 они стоят. И, собственно, творожный пирог у меня бедный мама, просто я его кинула. Сейчас поставлю в холодильник, Ромка придет, будет кушать. 2 кусочка купила ему. Все, за все про все заплатила. За фотографии у меня вышли 49 евро, вот эти фотографии 100 штук. А все остальное, ну получается, все вместе я заплатила с фотографиями, только единственное, вот это я отдельно заплатила, 3 евро, да, сверху. Получается, 69,90 я заплатила, и плюс еще 3 евро сверху. Вот так вот. Сейчас покажу вам фотографии еще. Фотографии наши красивые. Все я вам не буду показывать. Ну, сейчас такие. Ромкины обязательно покажу. Мне самой интересно посмотреть на них. Так. Смотрите, в каком формате. Я сейчас покажу, сложу. Так. Вот, видите, какой формат? Большой. 20 на 15 я заказала формат. Это мы с Ромашей. Так. Это Рома в цирке. Так. Зато вам показывать, да, удобно? Потом Рома на баскетболе. Рома в садик ходил когда еще. Это мои мальчишки. Два сына. Сейчас, секунду. Наверное, Давид пришел. Давид пришел. Сейчас давайте я вам так по-быстренькому пролистну. Саша, мы с Сашей, мы с Ромой,
Тут все вместе, кроме Давида. Мне вот это нравится фотография. Дави? А? Че, все хорошо? Ага. Жарко? Ага. Ясно. Я тут снимаю, сейчас я доснимаю быстро. Так. Сейчас я вам достану фотографии, которые Ромкины были. Что ты хочешь, да, сына? Вот это мы на море, когда. Так, это сейчас я вам найду, где. Это мы в Барселоне. Вот они, красивые фотографии. Вот они мои мальчики. И с Сашей. Это на фонтанах, где фонтаны эти, которые отключены были. Саша. Саша, дети. Это мы в самолете с Ромой. Это мы уже назад ехали домой. Но он уже не такой у меня этот волосатый, да? Он подстригся уже, теперь нормально у него прическа. Решился все-таки. Там мы на речке когда были. Ух! Я только сейчас заметила, посмотрите на заднем фоне. Кошмар. О, я если бы видела, я бы не распечатывала эту фотографию. Надо же, заметили, да? На заднем фоне. Кошмар. Мы... Когда дождик был, да я на память распечатывала, думаю, пускай будет. Так, а вот это у нас исторические фотографии. Это Саша с Давидом на том велосипеде, на котором Рома сейчас ездит. Видите, как молодой был. Так, вот это тоже мой муж. Тоже примерно в то же время. Сейчас покажу вам. Вот это тоже он. Тоже примерно в возрасте. Вот, тоже Александр. Это тоже Александр. И это тоже Александр. Еще на Лексусе тогда мы ездили. Это с Давидкой. Саша. Давидка маленький. Саша. Вот он наш Лексус. Так, это мы вот молодые, это Давидка у нас маленький. Вот Саша с Давидкой опять. Это тоже Саша. Так, и еще одна с Давидом. И вот он, тоже молоденький еще. Так, дальше, ну ладно, дальше давайте я вам такие... Ой, что у меня две получилось? Такие. Вот, тут пошли уже как раз школьные. Давайте покажу вам. Школьные наши. Вот они мы. Выходили когда. Это я фотографировала все. Свои такие фотографии. Простенькие. Они тоже нужны. Так, это нас сфотографировали. Неудачно как-то. Так. Это в церкви мы фотографировались. Так. Это Роман. В школе уже. В спортзале. Там мы с Сашей, Саша с Ромой. Вот они мы. Вот они мы. Так, а почему две? Ну
Ну ладно, две одинаковые. Вот такая. Вот такая. Такая. Папа первоклассника. А это я вот щелкнула, это мы вам, когда мариновали шашлык. Почта, в общем, посылка опять пришла. Так, на чем я остановилась? Показываю, вот так вот лицо закрываю. Это ромашка с племянником. Вместе фотографировались. Ой, с племянником. Ну, нашим племянником, это его братишка двоюродный, в общем. Смотрите, какая красивая. Это уже профессиональная фотография, которую мы фотографировались. В общем, нас фотографировали, так скажем. Так, дальше. Тут тоже личико закроем. Вот так. Не знаю, против или нет родители, но я вот так закрою. Видите, они вдвоем с братиком тут тоже. Так, это у нас ромашка один уже такой. Смотрите, какая классная фотография, правда? Вообще красота. Так, и это такая же фотография. Вот он, красивый мальчик сидит. Потом дальше. Еще один красивый мальчик, тот же самый. Вот еще. Классная, да, фотография? Вообще супер, такие красивые. Хочется портреты делать, сразу поставить куда-нибудь. Вот он. Так, это я сейчас закрою. Это моя любимая фотография тоже. Они вдвоем тут смеются. Сидят без зубики такие. Так, это такая же фотография. Это Ромочка. Такая же. Так, это он тут на глобусе ищет. Вот он. Вот он. И вот он. Все. Все, на этом все фотографии. На сегодня мы с вами прощаемся. Увидимся завтра в следующем видео. Всем пока.